И о спорте. Московские армейцы взяли реванш за поражение от «Авангарда» недельной давности. Встреча закончилась со счетом 3-2. В этом матче 150-ю шайбу в отечественном чемпионате забросил ветеран омского хоккея, а теперь игрок ЦСКА Александр Попов. И сделал это впервые в омские ворота. Армейцы открыли счет уже на исходе второй минуты встречи. Нашей команде все время приходилось догонять. Как отмечают некоторые эксперты, последние неудачи «Авангарда» связаны именно с предсезонной подготовкой. Игроки не успели набрать оптимальную физическую форму.